Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги, журналисты БУК ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Мы гордимся вами, мы поддерживаем вас, мы говорим вам спасибо. День медицинского работника отмечают белорусы 21 июня. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о тех, кто и в профессиональный праздник на передовой. «Я в строители пойду, пусть меня научат». Материал наших корреспондентов о перспективах строительства в Бресте и востребованности профессионалов. Параллель между спросом и предложением провели корреспонденты БУК ТВ. Какие права и возможности имеют беженцы в Белоруссии? Какая и от кого помощь им оказывается? И почему все они хотят остаться жить в нашей стране? Специальный материал Виктории Нечаевой о беженцах, которые проживают в Бресте. Мировая общественность сегодня отмечает День беженцев. В эфире «Итоги недели», и начать нашу программу мы хотели бы с очень важного праздника. Уже в эти выходные отмечается День медицинского работника. Сегодня люди именно этой профессии востребованы как никогда, а их труд оценен по достоинству. Они не только борются с недугом, они не опускают рук, не теряют силы веры в то, что скоро ситуация изменится и жизнь вернется в более привычное для нас русло. Сегодня каждый из докторов не столько мама, папа, бабушка и дедушка, сестра или брат, сколько опора, поддержка и верный помощник тем, кто нуждается в экстренном лечении. 21 июня – непосредственно день празднования. Многие представители профессии, к сожалению, встретят на посту, а не в кругу близких и родных. Ситуация не дает шанса расслабиться. И этим героическим и отважным людям мы посвящаем наш первый сюжет. Настроение, может быть, немножко было бы другого уровня, да, если бы было более спокойно. Но, в принципе, все же понимают, жизнь от этого не останавливается. Все понимают, что нужно делать каждому на своем рабочем месте. Но, слава богу, есть такой праздник, от которого и не откажешься. И это очень хорошо, что он есть. Поэтому мы старались как-то немножко что-то новое в этом такое вот придумать, чтобы вроде бы и не нарушить никаких эпидзаконов, да, законов санитарных, и своего рода, чтобы люди почувствовали, что и жизнь продолжается, и каждому дню радоваться, тем не менее, надо. Настроение боевое, на лицах маски, на руках перчатки. Торжественное мероприятие ко дню медицинского работника в Брестской детской областной больнице встречали в непривычном формате. Все проходило на улице. Однако от того мероприятие не стало менее торжественным. Поздравить и поддержать медиков в это непростое время пришли артисты городского духового оркестра. Самые добрые слова, самые искренние поздравления и пожелания в период пандемии звучат особенно трепетно, ведь это от души, от чистого сердца. Ну и, конечно же, дипломы и награды. Каждый из тех, кто выходил за поздравительным адресом, много лет отдал работе на благо детей и никогда не пожалел о выбранном пути. Придя уже на работу, я, конечно, для себя сразу решила, что это мое, мне очень нравится. Во-первых, очень многопрофильное отделение, и нефрология, гематология, кардиология. И это очень настолько то, что и не знала в процессе работы, очень сразу все освоилась, узнала много еще нового, вот что-то. Ну, то есть с каждым годом все новое, новое, интересное. И детки, конечно же, на первом месте. Это в первую очередь работа для меня. Можно сказать, все. Пока по одну сторону здания проходят торжественные мероприятия, по другую продолжаются работы по возведению нового медицинского корпуса на 140 мест. Сегодня строительство в самой активной фазе. Корпус расположится напротив старого. Первых пациентов новые, оснащенные по последнему слову науки и техники кабинеты и палаты, примут уже к концу следующего года. Здесь расположится, к слову, и отделение номер один, которому на днях исполнилось 30 лет. Об этом не забыли и в рамках торжественного мероприятия, передав коллективу большой торт. Там краны, техника и так далее, да. Это приятно. Более, тем более приятно, что это на контроле у всех. Это на контроле у председателя облсполкома Анатолия Васильевича Лиса. Вопрос серьезный, и не хотелось бы, чтобы он отложился надолго. То есть, если запланировано, что мы должны к концу следующего года
въехать в него. Было бы хорошо, чтобы так и было. Поэтому строители стараются. Я вижу, я надеюсь, что это все будет в сроки. Конечно, провести мероприятие даже в таком формате смогли не все. Учреждения, где сегодня борются с ковидом и пневмониями, закрыты для посторонних. Жизнь там скорее напоминает передовую. К сожалению, количество больных в отделениях сейчас достаточно большое. И пусть не все, кто трудится там, мы знаем лично, но образ человека в белом халате значит для общества очень и очень много. В условиях пандемии сегодня большая нагрузка ложится на наших врачей, на наших медицинских работников. Вот канун профессионального праздника я хотел бы выразить слова благодарности и сказать спасибо большое нашим работникам медицины за тот благородный и, в общем-то, тяжелый труд, который сегодня выпал на их, лег на их плечи. И в конечном итоге, но они сегодня успешно справляются. И еще раз слова благодарности им. Ну и в канун профессионального праздника хочу их поздравить, пожелать, конечно, здоровья, благополучия, ну и всего самого наилучшего. Что хочется сказать и сделать в преддверии праздника? Конечно, что-то приятное и хорошее. К поздравлениям в эти дни присоединяются артисты, инициативная молодежь, представители профессий в погонах. Медицинские сестры, врачи, нас боронят от боли и гора. Сивизна и узоры морщин – это лёсы больничных историй. За здоровье батьков и детей, вашу працу шануй, Украина. Только те, кто любит отдано людей, выбирая свой шлях в медицину. Вы – крыница для наших надей. Хай же радостью полнится сердце, бо оховывать здоровье людей – гоноровая мета. Поверьте. Дорогие медицинские работники, мы знаем, как сейчас не просто вам, вашим близким и родным, но мы в вас верим и хотим пожелать, чтобы невзгоды обходили стороной, чтобы здоровье не подводило, чтобы в душе царил мир и покой. Мы вместе. Поздравляем с праздником, во-первых, желаем здоровья, конечно, всех благ. Им большое спасибо за их труд. Ну, чтобы держались и успешно справились с сегодняшняя ситуация, которая у нас в Бресте. Пожелаю только хорошего, добра и здоровья им, чтобы все с ними тоже было благополучно, чтобы не болели, чтобы себя чувствовали хорошо. В общем, и народ лечат. В общем, ну всего-всего от всей души. У меня мама имела самое прямое отношение к медицине. Она работала в аптекоуправлении, потом на аптечном складе. Это был самый главный у нас праздник в семье. Вот. Я хотела бы пожелать им крепкого здоровья, чтобы они берегли себя. И не только себя, чтобы спасали людей, вот, и делали все, что от них зависит. Но чтобы себя берегли в первую очередь, иначе они ничего не смогут сделать. Вот, нам без них очень будет нехорошо. Лучше пусть они будут живы, здоровы и счастливы. Сегодня каждый из нас не только имеет право вести диалог с властью, но и должен быть ею услышан. Потому что слушать и слышать проблемы людей, говорить с ними и по возможности помогать – их прямая обязанность. Диалог в формате личных приемов и прямых телефонных линий между людьми и представителями органов власти депутатского корпуса реализуется в течение последних лет. Миссия такой работы – держать руку на пульсе событий, происходящих на местах. Простыми словами, чиновники, народные избранники, сенаторы должны понимать, как и чем живут люди. На этой неделе на связи с брестчанами были депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич, Марина Васько, Евгений Зайцев и Анатолий Дашко. Насколько эффективны прямые телефонные линии, наши корреспонденты пообщались с народными избранниками и их избирателями. Мы готовы поделиться реальным положением дел. Сосредоточенный, но вместе с тем энергичный и полный нетерпения, как можно скорее приступить к работе по факту обращения. Несмотря на занятость, Леонид Брич уделяет нам время для интервью. Здравствуйте. Леонид Григорьевич, ну, по вашему настроению видно, что и на этот раз прямая телефонная линия прошла эффективно и плодотворно. Плодотворно, да. Насчет эффективности нельзя сказать, что совсем эффективно, потому что вопросы задавались, которые сразу не найдешь ответа, которые, над которыми нужно еще поработать, потому что есть вопросы, которые требуют времени, требуют обдумывания, в том числе согласованных принятия решений. Такие бытовые вопросы, связанные с собственностью, принадлежащей на совместных условиях с бывшим мужем, и которые требуют сегодня разбирательства, хотя уже прошли и суды, и в том числе и областной, но здесь есть определенные законодательные такие пробелы, которые нужно урегулировать, и сегодня действительно нужно мне еще раз вернуться к этому вопросу, в том числе
числе разговор провести и с руководством Верховного суда, и в письменном виде также. Здесь были обращения, в общем-то, не избирателей, но сегодня живущих в нас на территории избирательного округа, не граждан Республики Беларусь, которые требуют, ну, также решения сегодня на законодательном уровне, и даже, может, не на законодательном, а вышестоящих инстанций, для того, чтобы гражданину Грузии предоставить возможность ввоза транспорта без обложения таможенной пошлиной его и личного транспорта. Работать в интересах своих избирателей – цель номер один. В ходе беседы Леонид Брич признается, что все же личные приемы куда эффективнее связи по телефону. Леонид Григорьевич, прямые телефонные линии, личные приемы как-то отличаются формы работы? Ну, вы знаете, что прямой контакт с человеком и что по телефону — это разное. Когда человек вот приходит на личный прием, ты видишь его глаза, видишь его выражение, сопереживание, и в конечном итоге личные приемы, я считаю, лучше и эффективнее, потому что как бы даже сопереживаешь больше с человеком, заявителем, и понимаешь, где, может быть, он уже начинает как бы больше переходить на личные, вот, чисто личные. А за его вопросом может кроется комплекс вопросов, которые нужно раскрыть. То есть и по телефону этого не слышишь, не понимаешь. Вот когда вот и больше начинаешь заниматься, когда по телефону как бы личной проблемой, не понимая до конца, что это может быть действительно лично для него. Хотя это тоже нужно решать. Сегодня с личных приемов, с телефонных прямых линий тоже решается много комплексных вопросов, в том числе касающихся всех, ну, других избирателей, если так уж отвечать. Еще очень интересная сезонность. Как-то влияет на характер обращений? Вы знаете, вот в этом созыве, я хочу сказать, даже с учетом вот той ситуации, вызванной вот пандемией, я хочу сказать, что как-то я бы не заметил. Хотя есть вопросы, особенно в канун Нового года или сразу после Нового года, в канун праздника, вот 9 мая, как-то меньше. В канун больших праздников как-то меньше. А вот даже и вот сейчас я хочу сказать, по 7, по 8, по 9 звонков, вот у нас уже 3, вот апрель, май, и вот и сейчас июнь месяц, вот 3 телефона. Фонных прямых линий состоялось, я хочу сказать, что достаточно много звонков. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич не только регулярно проводит личные приемы и прямые телефонные линии в своем округе, но и отслеживает, как решаются его поручения. Брещанка Марина Бужак живет в доме, что на улице Героев обороны Брестской крепости, 42. Дом после капитального ремонта. Проблемным оказался вопрос благоустройства дворовой территории. Это сегодня на дороге лежит свежий гладкий асфальт, а еще недавно здесь была яма. В ремонте этого участка дороги оказал содействие Леонид Брич. Как говорится, ситуация решилась с первого звонка. Плитку положили, землю засыпали, а здесь образовалась такая, знаете, вот глубиной сантиметров 20 яма, которая вот была чуть-чуть щебнем засыпана, и когда шли дожди, она наполнялась водой. Мне хочется, чтобы этот двор, это место, которое является главным историческим местом в нашем городе, выглядело достойно. Так вот, это лишь одна ситуация, благополучно разрешившаяся благодаря помощи депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонида Брича. Таких ситуаций десятки. И это практическое подтверждение фразы «Все должно делаться для людей». Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ. Пока в связи с эпидемической ситуацией личных встреч с гражданами не проводится. Общение сконцентрировано в формате прямых телефонных линий. Накануне, как мы и говорили, на связи с жителями Брещины была Марина Васько, член постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. В этот раз вопросы носили как частный, так и общий характер. Жителей региона интересовали вопросы сохранения историко-культурных объектов, темы регистрации и прописки, развития сети городских дошкольных учреждений. Особое внимание было уделено транспортному сообщению с садовыми товариществами. Хотелось жительница округа, которая проживает в настоящий момент в садоводческом товариществе Суница. У них возникла следующая проблема, что в зимнее время не ходит автобус, однако есть пожилые люди, которые постоянно проживают там, и, конечно, им хотелось бы каким-то образом все-таки добираться комфортно в город. Ну, они предлагают следующее решение: продление маршрута автобуса 27 хотя бы
трижды в день до данного садоводческого товарищества. Каждое обращение задокументировано. Разъяснение по вопросам будет направлено в письменном виде лично заявителям. Прямые телефонные линии – это лишь одно из направлений деятельности депутатов. В столице в эти дни идет работа над рядом важных документов, которые планируются к принятию уже совсем скоро. В настоящий момент идет работа над такими по-настоящему значимыми законопроектами, как об изменении закона Республики Беларусь, об инновационной политике, инновационной деятельности в Республике Беларусь, а также об изменении закона Республики Беларусь о научной, научно-технической инновационной деятельности. Кроме этого, в рассмотрении находится несколько международных ратификаций, которые касаются международного сотрудничества с рядом государств. Далее в нашем выпуске материал о строительстве, правильнее сказать, о постоянном развитии и совершенствовании этой отрасли, о востребованности строительных специальностей. Планы по вводу жилья в городе выполняются согласно доведенным цифрам. Информацию приводит городской исполнительный комитет. Конечно, много еще предстоит сделать, однако то, что пандемия не отразилась на темпах строительства, говорить уже можно. Сегодня приоритет вопросов возведения квадратных метров на застройке для людей, находящихся на очереди по улучшению жилищных условий. Однако параллельно застройщики работают и на удовлетворение потребностей всех сегментов экономических отношений. Работы на ближайшие годы уже запланированы, а это, в свою очередь, говорит о том, что люди строительных специальностей будут востребованы на рынке труда. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая провела свою параллель между спросом и предложением и узнала, что нужно для того, чтобы стать строителем. Подробности в следующем материале выпуска. Конечно, иметь свои квадратные метры мечтает каждый из нас. Будет это благоустроенное жилье в новом микрорайоне, недалеко от центра, или загородный таунхаус, каждый определяет для себя сам. Однако ясно одно – городу нужна новая застройка. Брест прирастает в количестве жителей, а потому покупка заветных квадратных метров остается насущной. Сегодня застройщики предлагают разные виды жилья, и городские власти, разделяя площадки, определяют более и менее приоритетные зоны. У нас облсполкомом ежегодно доводится задание, ну и в прошлом, и в этом году, 210 тысяч метров. Квадратных. Задание, оно выполнимое в настоящее время для города, и по полугодию 110 тысяч мы обеспечим. То есть 50% как того требует исполком у нас областной, мы выполним. Значит, основные стройки у нас это дома по 240 указу, которые строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это в основном на подавляющее большинство, это многодетные семьи. Вот, это юго-запад номер 5 микрорайон, это наш новый микрорайон, в который мы уже второй год строим. Вот, плюс мы вводим в эксплуатацию в этом году долевые дома, которые частные застройщики городские наши строят. Это Демарш, два дома на Махновича, это Будовничий рай на Адамковской. И Полесье жилстрой на Интендантском, то есть так называемый Интендантский 2, который тоже в этом году уже практически микрорайон завершили. Строительство продолжается. И если в год тысячелетия города приоритет отдавался возведению важных социальных объектов, то сегодня в центре внимания жилье. На возведении трудятся, как правило, опытные строители, качество работы которых по достоинству оценивают не только в Бресте, но и за его пределами. Исходя из той информации, которая есть у меня, которую я располагаю, наверное, из всей республики, можно так даже сказать, наши специалисты-строители наиболее квалифицированные. Но понятно, что мастерство, оно должно через определенное время, скажем так, совершенствоваться. Ну и будем говорить так, скорее всего, что в области под эгидой архитектуры и строительства ведется вот эта работа по переподготовке и переквалификации. Есть запрос на работу, есть предложение. Востребованность кадров очевидна, поэтому их подготовке уделяется особое внимание. Свои первые шаги будущие строители делают в профильном лицее, активно работающем в нашем городе. Здесь, к слову, с понедельника началась вступительная кампания. Два десятка желающих за несколько дней уже подали документы, сделав свой выбор. У нас запланировано 189 учащихся. Мы набираем две группы на основе общего среднего образования
и 5 групп на основе общего базового образования. На основе общего среднего образования мы набираем группу электрогазосварщиков и штукатуры, облицовщики, плиточники. На основе общего базового образования мы набираем каменщик, плотник, бетонщик, штукатур, маляр-строительный, облицовщик, плиточник, электрогазосварщик, ручной сварки, газосварщик и каменщик, облицовщик, плиточник. Перечень предлагаемых в лицее профессий достаточно велик. Ознакомиться с нюансами приема и необходимыми документами можно на официальном сайте учреждения. Если же приоритет – высшее образование, то в нашем городе кадры для строительной отрасли готовят в Брестском государственном техническом университете. Вступительная кампания в ВУЗ начнется 25 июля. И в этом году подача документов пройдет в новом формате. В этом году у нас такой новый формат подачи документов будет. У нас каждый абитуриент может зарегистрировать себе на сайте, создать личный кабинет и все документы оформить через личный кабинет, заполнить заявление через личный кабинет и прийти в университет только единожды для того, чтобы подать оригиналы документов, но он уже у нас будет в базе, уже будет вся информация о нем в базе. За счет этого сокращается время контакта или время посещения абитуриентом нашего вуза. Дальше вся процедура переподачи документов, расписание вступительных испытаний, зачислен, не зачислен. Это вся информация будет в личном кабинете, и абитуриенту никуда не нужно будет ходить. Это будет только для него, то есть это не для большой огласки, только для него он будет в личном кабинете следить за своей судьбой, скажем так. Перспективы развития строительной сферы очевидны, а приоритеты каждый выбирает для себя. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Сегодня, 20 июня, Всемирный день беженцев. Они бегут из родных стран от войн, вооруженных конфликтов, преследований по религиозным причинам. Бегут к спокойствию и благополучию. В Беларуси таковых немало. Только в Брестской области в настоящее время проживает 250 людей, покинувших страну, в которой они постоянно проживали. 10 из них признаны беженцами, 240 – лицами с дополнительной защитой. Не так уж и много, скажете вы, но за этой скромной цифрой стоит нечто большее, чем просто сухая статистика. Это конкретные люди, дети, семьи, у которых в корне изменилась жизнь, а будущее остается туманным. Наш корреспондент Виктория Нечаева подготовила специальный материал о беженцах, которые проживают в Бресте. В центре сюжета оказались вынужденные переселенцы из самых разных стран – Украины и Монголии, Сирии и Египта. Какие права и возможности имеют эти люди в Беларуси? Какая и от кого помощь им оказывается? И почему все они хотят остаться жить в Бресте? Все подробности далее. Инна Григорьева живет вполне благополучно. Есть работа, съемная квартира, но главное – мирное небо. Она так и говорит, бомбы над головой не рвутся, это надо ценить. Горя хватило сполна. 6 лет назад Инна из-за военных действий в Украине покинула родную страну. До сих пор о том, как бежала, без слез не вспоминает. Все произошло в 2014-м. Я как раз сюда приехала, была у друзей в гостях. И это была весна. Вот. И в моем городе родном, это Славянск, он был на устах по всему телевидению Донецкой области, начались эти боевые действия. Дома оставались родители и сестра родная с двумя маленькими детками. И когда начали бомбить, родители сразу сообщили по скайпу, что чтобы я не приезжала, не возвращалась, потому что ситуация опасная. Весь город постоянно, каждый день шли бомбежки разных районов. Наш район бомбили, родители, они, ну, как всегда, по подвалам прятались. И в один день, как раз в нашем дворе, мы в частном секторе живем, разорвало 2 снаряда. Один буквально вот возле подвала, куда они собирались пойти, а второй немного дальше. И стало совсем опасно. Тогда уже, кроме папы, вся семья решили эвакуироваться. Сестра родная в Россию, мама в Россию тоже выехали. Там у нас родственники, а мне сказали, как бы, оставайся там, пока безопаснее будет там. В основном временное убежище в Бресте получают жители из Донецкой и Луганской областей Украины. Страна, принявшая многодетную семью Виктории Непомнящей, стала второй родиной. Младшего сына Артема Виктория родила уже в Беларуси. Здесь они зажили новой жизнью, в планах получить вид на жительство и остаться. В мае начали бомбить аэропорт, а мы жили вблизи прям
него и непосредственно стали вот свидетелями самых вот этих первых и страшных событий. Ну, на нашем районе все дома уже стали страдать сильно, и мы максимально рано вывезли детей. Сначала были вблизи, но на подконтрольной Украине территории, надеялись, что наладится все, и мы вернемся в свой дом, но потом стало ясно, что ситуация нехорошая, на Украине нас тоже как-то никто не ждал и не особо хотели как-то нам оказывать помощь, и как-то, в общем-то, мы оказались потерянными в этом мире, ну и как-то так мы подумали, почему-то мы решили попробовать вот так все бросить и поехать в Беларусь. Вот просто, нас тут нет ни родственников, никого, вот, ну как-то так, вот решили и все. И да, и вот уже мы живем почти 6 лет, ну и не жалеем, честно говоря. Слава Богу, мир не без добрых людей, нас очень поддержали, помогли. Просто люди знакомые, и вот из Красного Креста люди, нам когда звонит там Юлия даже, я прям рада, что она звонит, просто даже услышать, потому что настолько с душой люди относятся, что всегда рад просто, даже если позвонят спросить, просто как дела. Они бежали, чтобы спасти свою жизнь и найти защиту. В Беларуси они ее нашли. Таких людей в Брестской области 250. Это представители самых разных стран. Все они могут рассчитывать на поддержку. Большую помощь оказывает Белорусское общество Красного Креста. В преддверии Всемирного дня беженцев в офисе городской организации было традиционно многолюдно. Большие пакеты с продуктами питания вручили нескольким семьям. Продуктовые наборы по возможности есть всегда. Мы закупаем продукты, и кто к нам обращается, по возможности мы оказываем помощь. Это повседневная наша работа, мы оказываем всем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, независимо от вероисповедания, принадлежности к религии. Мы оказываем при финансовой поддержке правления Верховного комиссара ООН по делам беженцев финансовую поддержку. При наличии письменных заявлений они пишут либо на экстренную финансовую помощь, либо что-то экстренно сейчас необходимо, либо ежемесячную финансовую помощь. На данный момент более 26 семей получают финансовую помощь. С 2015 года есть договоренность между Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Брестским государственным техническим университетом на предмет посещения курсов русского языка для неговорящих на русском языке наших бенефициаров. Хаил Гуиргус и Алхалав Сопхи часто рассказывают о родной Сирии своим детям. Они были совсем маленькими, когда их родители спасались от вооруженного конфликта на территории Сирии, который начался весной 2011-го. Сегодня семья со статусом лица с дополнительной защитой приняла важное решение – остаться жить в Беларуси. У нас, вы знаете, Сирия – война, поэтому мы приехали сюда 5 лет назад. Ну, мы тут беженцы, а Красный Крест наш помощь, и ООН тоже наш помощь постоянный. Ну, мы уже, все хорошо, все нормально у нас. Ну, только это коронавирус, работа мало пока. И они нормально помогут, все хорошо, мне жить нормально. А вот судьба беженца из Монголии Пурева Анарбата Баржигона решается. Пока в жизни его семьи больше вопросов, чем ответов. Бежали из Монголии по религиозным мотивам. Мы с семьей приехали в начале этого года. Но у нас религиозные проблемы у нас в стране. Но никак не получается там нам оставаться. Мы приехали сюда, попросили убежища. Сейчас еще пока вопрос не решен, может через месяц решат, или удовлетворенно, или плохой ответ мне придет. Мы пока живем в гостинице, нас определили в гостиницу. В Беларуси отношения с беженцами регулируются специальным законом. Кроме статуса беженца, в нашей стране дается дополнительная защита тем, кто не может претендовать на статус беженца. Дополнительную защиту получают люди, в странах которых происходит что-то, что угрожает их жизни. Они имеют права на трудоустройство, на медицинское обслуживание, на постоянное место жительства. И, конечно, им оказывается помощь и поддержка. Человек имеет право заявить, обратиться или ходатайствовать о предоставлении международной защиты, как при пересечении границы он имеет право обратиться к любому представителю пограничных войск, либо к любому милиционеру, любому сотруднику органов внутренних дел. Соответственно, в нашу службу попадают документы, и мы занимаемся этим человеком. Проводится законодательством и инструкциями, подзаконными актами предусмотрена процедура проведения. Это как есть упрощенный порядок до месяца, так и до полугода. Все зависит от частного случая и от предмета разбирательства.
Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В преддверии Международного дня йоги 21 июня наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая решила узнать больше об этой философии. Своеобразный мастер-класс для нее провела чемпионка мира по ката, тренер Белорусской Федерации кёкусинкай будо карате Ольга Тиковенко, которая вот уже 8 лет увлекается йогой и считает это искусство работы над собой одним из самых эффективных. Смотрите и учитесь. Быть в гармонии с собой – это то, что ищет человек 21 века. Вопреки большому количеству стрессов, очень важно сохранять душевное спокойствие, а еще поддерживать хорошую физическую форму. И не последнюю роль в этом вопросе играют занятия йогой. Чтобы обрести душевный покой, нужно выработать привычку ежедневно давать себе отдых. Люди, достигшие душевного равновесия, более результативны и эффективны во всем, что они делают. Не последнюю роль здесь играют прогулки на свежем воздухе, а еще занятия йогой. Чемпионка мира по ката, тренер Белорусской Федерации кёкусинкай будо карате Ольга Тиковенко открыла для себя это направление около 8 лет назад и сегодня активно практикует. Было это связано непосредственно с моей спортивной деятельностью, поскольку я с детства занимаюсь восточными единоборствами, и во время одного из визитов на Кипр я познакомилась с тренером по джиу-джитсу. Это известный человек в мире джиу-джитсу, зовут его Алекс. Он очень опытный тренер и очень опытный титулованный спортсмен. И однажды он понял, что спортивная деятельность дает больше ему минусов, нежели плюсов, и у него появились огромные проблемы со здоровьем. Он прошел очень много курсов лечения различных, и ничего не помогало. И тогда он прибегнул к практике йоги. Сейчас ему уже почти 50 лет. Он в прекрасной форме, в отличном самочувствии и делится своим опытом, своими знаниями. Вместе с Ольгой мы решили провести свою небольшую тренировку на свежем воздухе. Единственное, что было нужно для занятия – коврик. Желательно на тренировке брать коврик, использовать его в своих занятиях, поскольку есть упражнения, в которых мы делаем опору на колени. И если мы это выполняем на деревянном полу, то нашим коленям весьма дискомфортно, потому что пережимаются сосуды, нарушается кровообращение, и оздоровительного эффекта, тот, которого мы добиваемся, его просто не будет. Поэтому ковер специальный для занятий, либо обычный ковер, который у вас есть дома, он тоже подойдет, и это будет комфортно и с пользой. Занятия йогой нужны для того, чтобы лучше чувствовать свой организм, поэтому первые шаги в этом деле рекомендуется делать под руководством наставника. Со временем можно переходить на самостоятельный режим тренировок. В процессе занятий важно выработать систему для комфортной работы всех групп мышц. Вниз закрываем. Коленка согнули. Вышли. Оп, спиночка вверх. Душевное спокойствие – это состояние гармонии со всем миром и с самим собой. Но прежде всего, спокойствие – это баланс. Задача номер один для людей, занимающихся боевыми искусствами – сохранять равновесие. Здесь сила зависит от уравновешенности, холодной головы и сконцентрированности на моменте. Поэтому хорошо помогает йога. В процессе работы над собой человек становится более уравновешенным и умеет действовать здесь и сейчас. А эмоции после тренировки несравнимы ни с чем. Занятия йогой, они способствуют улучшению здоровья организма. Они способствуют нормализации психологического климата человека. Они способствуют улучшению самочувствия. Также благодаря йоге вы начинаете чувствовать свое тело и учиться управлять им, в том числе бороться с какими-то трудностями, которые в жизни встречаются, естественно, у каждого. Поэтому занятия йогой, они полезны, безусловно. Режим тренировочный нужно определять все-таки каждый для себя индивидуально, поскольку мы все абсолютно разные, у всех абсолютно разное состояние здоровья. И то, что это работает, подтверждает пример нашей героини. Успешный тренер, талантливая девушка, заботливая мама двух замечательных детей Ольга Тиковенко дает главный совет успеха нашим телезрителям. Древние мудрецы йоговские говорят, пока гнется наш позвоночник, мы молоды. Поэтому занимайтесь йогой, будьте здоровы и продляйте свою молодость. Занимайтесь собой, тренируйтесь и будьте в форме вместе с нами. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на следующей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54 63 67. Не забывайте, канал БУК ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте.
ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким.